Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой неделе. После выходных мы с вами оказались уже в новом месяце, в апреле, который, надеюсь, будет интересным с точки зрения возможностей и роста волатильности. Поскольку мы с вами стараемся оценивать долгосрочный фундаментальный фон, я думаю, то, что вправе рассчитывать на какую-то повышенную интересную реакцию большинства участников рынка на статистику американского происхождения. Начинаем, по сути, новый месяц, и, как и всегда, в первую неделю нас поджидает релиз Non-Farm Payrolls, который является основной статистикой, характеристикой американского рынка труда. Я думаю, то, что сейчас на данные по Non-Farm Payrolls нам нужно обратить еще большее внимание, нежели чем всегда, потому что нужно найти вот этот разворотный момент на рынке, когда трейдеры все-таки несколько позабудут о неудачах в плане реформ со стороны Трампа и переключат свой взор на влияние статистики на решение американского регулятора по ставке. Если к господину Трампу в плане его реформ сейчас, конечно же, очень много вопросов, что касается статистики уже, картина куда прозрачнее и яснее, потому что ни одного провального релиза, ни одной тенденции негативной в плане макроэкономической статистики, сплошные призывы и позиции голосующих членов ФРС о том, что ставку нужно повышать. И, собственно, такое же мнение было озвучено непосредственно самим руководством. ФРС вступил на тропу жесткой монетарной политики, и нам остается только спекулировать, оценивать вероятности, прогнозировать, сколько же раз до конца этого года мы увидим решение о росте процентных ставок. 2, 3, 4, ну максимум 4, потому что до конца этого года должно пройти еще 4 заседания американского регулятора, которые будут сопровождаться пресс-конференциями. Если вспомните про позицию Розенгрена, который является активным лоббистом идеи жесткой монетарной политики, он, в частности, поддерживает, может быть, мою субъективную позицию о том, что ставки нужно повышать сейчас как можно чаще. Обо всех рисках, которые, в принципе, являются первоисточником и первопричиной для таких действий, мы уже с вами говорили и продолжим это делать. Ну а сперва давайте перед тем, как переключиться на того же самого американца, посмотрим, как обстоят дела на рынке углеводородов. Клос заключительной сессии прошлой недели 53.60. Практически всю неделю, за исключением понедельника, мы видели, как Brent восстанавливал свои прежние утраченные позиции и смог добраться до высокого значения. Сейчас небольшое открытие с гэпом, сегодня после выходных, актуальные котировки 53.40. И если мы вспомним с вами заключительный релиз, на который нужно было обратить внимание, это данные по Baker Hughes, количество нефтяных платформ и терминалов, тенденция роста сохраняется. Мы с вами допускали то, что она не изменится и в ходе прошлой недели, но уж сложилась так практика, то, что трейдеры не спешат под закрытие недели отыгрывать эту статистику, делают это уже в понедельник. Правило не меняется, вот в пятницу мы не увидели давление на котировки черного золота, но сегодня одной из причин, почему нефть снижается, это, опять же, реакция с небольшим отложенным эффектом, с небольшим временным лагом на пятничный релиз. Нефть корректируется, будем надеяться, то, что это не просто коррекция, это возвращение к тому понижательному тренду, который был обозначен. Из-за других важных сообщений, негативных, опять же, для нефти, стоит обратить внимание на индекс производственной активности по Китаю, который вышел сегодня, фактическая цифра 51,2 с 51,7, то есть снижение, которое продолжается уже множество месяцев подряд. Это то, что настраивает нас на негатив в отношении Китая. Хотя про слабости китайской экономики мы с вами в последнее время не активно говорили, поскольку еще в конце прошлого года пришли к выводу, что вряд ли тенденция снижения и жесткой посадки будет изменена. Но в любом случае, когда публикуются релизы, указывающие на то, смогла ли производственная активность оклематься в рамках прошлого месяца, и мы получаем сигналы, что нет,
Это хороший знак не для мировой экономики, безусловно, но для нас, как для продавцов нефти и сырья, поскольку слабость китайской экономики – это одна из основных причин сохранения понижательной тенденции на все сырьевые активы и инструменты. Из позитивных, друзья, новостей для рынка нефти выделить, собственно, нечего. Единственное, на чем рынок, может быть, и растет, это на ожидание того, что участники энергетического пакта конца 2016 года примут решение продлить его до конца 2017. Но это еще под вопросом. Даже если это соглашение и сделка будет, уже вывод, на мой взгляд, очевиден. Нужно было показать максимальную сознательность и выполнить текущие договоренности, чего не было. Поэтому, в принципе, все одно и по тому же. Сделка будет, но вряд ли она решит проблему с перенасыщением всего рынка углеводородами. Поэтому в этом факторе поддержки я особо не вижу. Это моя субъективная позиция. Поэтому, если и раньше, в принципе, я не делал ставку на то, что солидарная позиция стран ближневосточного картеля сможет сбалансировать рынок нефти, уж тем более я этого не буду делать и сейчас. Поэтому, как и раньше, в моем арсенале, в моем портфеле сохраняется короткая позиция, и в целом, простите за такое выражение, я не успокоюсь, пока не доберусь до поддержки как минимум $50 за баррель. Рубль 56.24, не будем останавливаться на нем, рубль показывает не совсем обычное поведение, точнее совершенно парадоксальное поведение. Мы пришли с вами к выводу о том, что, видимо, дорогой рубль сейчас очень кому-то нужен. И, возможно, мы уже близки к этому локальному экстремуму, когда начнется обратная игра по выкупу уже длинного ралли, то есть покупки пары доллар против рубля, ну и в принципе рубля против всех основных конкурентов. Потенциально, как и раньше, считаю то, что уж тем более с текущих значений сделка, направленная на девальвацию, будет куда более выгодной, чем расчеты на то, что рубль может оказаться ниже 55. Дальше идем. Доллар, японская иена. На прошлой неделе у нас было очень много отчетов американского происхождения, и все без исключения порадовали трейдеров, которые верят в сильную макроэкономическую статистику, и то, что доллар очень быстро сможет вернуть ранее утраченные позиции. Все началось с уровня доверия потребителей, максимальное значение за последние 16 лет. У нас были еще и заявки на пособие по безработице. Релиз, который готовит нас к общему, точнее не готовит, а формирует, позволяет нам определить общую позицию по состоянию американского рынка труда. Сейчас это очень важно, потому что у нас в среду ADP, частная оценка количества новых рабочих мест, созданных вместе с хозяйственным сектором. И в пятницу уже официальные данные. Мы будем спекулировать на этих новостях всю неделю. Уже заведомо хочу сказать то, что вряд ли статистика нас разочарует. Мы видим то, что заявки на пособие по безработице сейчас находятся практически на минимальных значениях за несколько десятков лет. Тренд не меняется. Уже очень скоро мы перевалим за 110-ю неделю подряд, когда показатель держится ниже 300 тысяч. И этот позитивный тренд настраивает на то, что основной релиз не разочарует и только поднимет вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики. Из других отчетов, личные доходы в пятницу релиз выросли 0,4%. Тоже сильный тренд восстановительный, который создают хорошие условия для будущей активности потребителей и, на мой взгляд, для довольно сильного релиза по экономическому росту за первый квартал. Вот кто-то мог увидеть негатив в том, что личные доходы выросли не так, как прогнозировали, всего лишь плюс 0,1%. Но я хочу сделать, на мой взгляд, очень важное сейчас, очень важный комментарий касательно этого релиза. Как вы понимаете, на личные расходы, в принципе, один из основных компонентов – это спрос на энергосырье. В данном случае стоит обязательно отметить то, что февраль, по сути, 2017 года оказался по средней температуре одним из самых теплых за последние 100-105 лет. И это стало причиной более низкого спроса на сырьевые инструменты, активы, топливное сырье. И, разумеется, не позволило вывести этот показатель к тем значениям и уровням, в принципе, на которых он был в последние месяцы. Поэтому в приросте в скромном 0,1% я особого негатива не ищу и, в принципе,
принципе, уверен, что его и нету. Мичиганский индекс 96,9, чуть пониже, чем в прошлый раз, но все равно очень высокое значение. Ну и конференции Булларда и Дадли, которые в целом подтвердили готовность голосовать, действовать, ужесточать политику и видят по-прежнему условия для того, чтобы поднять ставки. Ставки были подняты до конца этого года еще как минимум дважды. Из, в принципе, ожиданий, которые сейчас присутствуют, новостной фон мог бы стать причиной пятницы того, чтобы пара USDN оказалась выше 112, но этого не произошло. Мы закрыли неделю на... ниже даже поддержки 111.50, сейчас у нас котировки 111.36, и на мой взгляд это очень серьезный и важный сигнал того, что трейдеры пока не могут отойти еще от провала первой законодательной инициативы Трампа. Поэтому, если до сих пор у нас нет изменения в позиционировании, то есть негатив преобладает, и американские трежерис не могут выбраться снова выше 2,5% в десятилетке, я думаю, то, что нам пока не стоит торопиться с длинными позициями. Ситуация может измениться к концу этой недели. Я считаю, то, что у нас определяющим будет пятничный релиз по Non-Farm Perils. Если окажется то, что трейдеры готовы переключиться на статистику и готовы логичным образом отыгрывать сильные макроэкономические данные через рост американца, тогда мы с вами краткосрочно снова развернемся и поставим на дальнейшие покупки. Но пока этого, друзья, не происходит. Поэтому я предлагаю вам подержать короткие позиции, опять же, по паре доллар-японская иена, поскольку считаю то, что мы можем еще увидеть снижение валютной пары, может быть, даже больше, чем на одну фигуру с текущих значений. Евро против доллара. Очень важный пятничный релиз по индексу потребительских цен. Очень важный. Почему? Потому что, как мы с вами ожидали, тенденция роста этого показателя была сломана. И причина – это снижение цен на энергоносители. В частности, годовой показатель общий с 2% мы улетели до 1,5%. И очень важный индикатор, еще более важный, чем общий индекс потребительских цен – это базовое значение инфляции. 0,7 с 0,9. Напоминаю вам также со ссылкой на источник Reuters. Опять же, в свою очередь, Reuters сослался на комментарии чиновников Европейского центрального банка о том, что рынок несколько перемудрил с реакцией на последние заявления руководства ЕЦБ и неверно интерпретировал риторику, в том числе и Марио Драги. Верная интерпретация риторики Драги предполагает то, что экономические стимулы будут сохранены и речи быть не может сейчас о выходе из программы QE и, соответственно, повышении процентных ставок. Вот почему евро снижается, тем более евро сейчас уже не получает поддержку от тенденции роста инфляции. То есть тучи сгущаются, и эти тучи будут причиной в ближайшее время осадков, усиливающих медвежье настроение и создающих хорошие условия для движения пары снова к поддержке 1.05. Очень серьезная планка, евро никак не может собраться силами, точнее доллар против евро, чтобы затащить главный валютный риск ниже этого рубежа. Но ведь все меняется, и возможно мы с вами уже смещаемся к поддержке не просто для того, чтобы снова от нее оттолкнуться, сыграть повыше, а для того, чтобы пробить и пойти к заветному паритетному значению. Фунт против американца. Здесь по-прежнему мы обсуждаем с вами ситуацию с Брекзитом. На прошлой неделе официальный старт процесса выхода Англии из состава Европейского Союза. И с тех пор, в принципе, уже поступило много негативных, мрачных комментариев, в частности, вот последний от министра финансов Германии Шойбле, который отметил то, что Англии вряд ли удастся сохранить доступ к единому европейскому рынку, потому что за последние несколько месяцев, когда были все условия, Тереза Мэй не смогла зарекомендовать себя как политик, который идет на взаимные уступки. То есть разногласия очевидный. И я думаю, то, что рынок все чаще и чаще будет к ним возвращаться. И даже несмотря на последние высокопарные заявления Терезы Мэй о желании предпринять все возможные инициативы, чтобы выторговать максимально комфортные условия по созданию зоны свободной торговли, может быть, даже сохранение доступа к единому европейскому рынку, сейчас вероятность этого не так уж и высока. Англии, как ни крути, скорее всего, придется оплатить вот этот иск отступных на 50 миллиардов. Мы знаем, что
что это еще одна болезненная тема, потому что правительство Англии против этого. Ну и что касается, опять же, дальнейших дискуссий и обсуждений на эту тему, мы, безусловно, за ними будем следить. Но, опять же, моя субъективная позиция, она не позволяет мне сейчас поверить то, что фунт на фоне такого новостного фона имеет возможности для роста. Поэтому я, как и раньше, сохраняю короткую позицию. Доллар-канадец воспользовался поддержкой, точнее канадская валюта, неплохого отчета по ВВП, тоже вопреки ожиданиям, 0,6% в месячном выражении с 0,3%. Правда, после этого тут же выступил Полос, который отметил то, что тенденция восстановления, она по-прежнему неустойчива и не нужно переоценивать текущие достижения экономики. Скорее всего, причина роста канадского доллара в пятницу – это восстановление цен на нефть, поэтому вопрос возвращения этой пары в район сопротивления 1.35 остается актуальным, потому что я даже уже в рамках сегодняшней торговой сессии ожидаю то, что цены на нефть полномерно начнут снижаться и возвращаться к своему прежнему медвежьему ралли. Сейчас котировки по USD/CAD у нас 1.3321. S&P уже завершает, по сути, первый квартал, завершил, если мне не изменяет память, это лучший квартал, наверное, лет за 10, может быть, даже больше, потому что мы увидели рост индекса больше, чем на 5,5%. Причины все те же. Фондовики верят в реформы Трампа, даже не обращая внимания на вот последний провал его законодательной инициативы через реформирование здравоохранения. Но все равно позитивный настрой сохраняется. Фондовики не обращают внимания на позицию ФРС по ужесточению монетарной политики, потому что сейчас большую делают ставку на улучшение макроэкономических данных, на рост потребительской активности и в целом расширение ВВП. Поэтому, друзья, S&P сейчас у нас 2359. Я еще предлагаю присоединиться к, возможно, скорому ралли, который произойдет, и ждать как минимум этот индекс выше 2400. Моя личная цель 1450. Австралиец сегодня против доллара снижается. Крайне провальный релиз по розничным продажам. Минус 0,1% с прошлого роста 0,4%. Это все вот аукается статистика и слабые ожидания макроэкономические, которые мы с вами подпитывали уже очень давно. Не только разочаровывает потребительская активность, есть еще проблемы и с промышленным сектором, есть еще проблемы с устойчивостью цен на сырьевые инструменты, с партнером Австралии, Китая, с рынком недвижимости, с рынком труда. В общем, все это позволяет нам не отказываться пока от подхода, который предполагает возможности более мягкой риторики. Соответственно, австралиец на текущий момент торгуется с учетом такого новостного фона ниже неудачного для тестирования сопротивления 0.77, котировки 0.7602. Сейчас думаю, что пойдем так к отметке 0.75. Новозеландец где-то рядом, 0.70, пробивает поддержку. Думаю, также снова в ближайшее время вернется к следующему уровню 0.68. Ну и, собственно, из важных отчетов сегодняшнего дня в 11.30 давайте посмотрим за активностью в производственном секторе Англии. В 12.15 выступление руководителя Резервного банка Австралии Филиппа Лоуи. В 17.00 два релиза по США ISM. Активность в производственном секторе и индекс разгона инфляции. И в 17.30 снова выступает Дадли. В целом от макроэкономической статистики по штатам, даже по ожиданиям, посмотрите в календарях, очень сильные отчеты сегодня ожидаются. Вот выступление Филиппа Лоуи будет довольно интересно, поскольку он обязательно должен коснуться и сослаться, опять же, на слабое значение потребительской активности через розничные продажи, которые мы получили буквально несколько часов назад. Думаю, что давление на австралийцев сегодня будет усилено, и этот актив будет оставаться под водой до конца сегодняшнего дня. И что касается активности в производственном секторе Англии, это не такой важный лист, как активность в сфере услуг, но сейчас, судя по всему, трейдеры готовы пока несколько убрать про запас тему с 50-й статьей и, в принципе, процедуры Brexit, обращая внимание на статистику, потому что на текущий момент это уже статистика, отражающая состояние английской экономики за пределами Европейского Союза. За этой статистикой будем следить и мы. Собственно, на этом все, друзья. Если есть вопросы, как и всегда, Форма Маркетс, канал на YouTube. Не забывайте подписываться на канал и оставлять ваши лайки, большие пальцы. Отдельное спасибо тем, кто это делает. На этом все. Всего доброго. До свидания.